Это страшные кадры, снятые 9 мая 2004 года на стадионе в Грозном. 20 лет назад в Чечне убили Ахмата Кадырова. Его клан возглавил республику во время войны, запугал жителей и добился абсолютной власти. Гибель отца Рамзан Кадыров застал в Москве, и его тут же принял Путин. Ахмат Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. С этого момента стало ясно, что управление республикой возьмет на себя Рамзан. Вначале как силовик, затем глава правительства и в 2007 году как президент. Не отягощен образованием, борцовского телосложения, владеет всеми видами стрелкового оружия и подрывным делом. Так журналистка «Новой газеты» Анна Политковская описывала 27-летнего Рамзана Кадырова через несколько дней после гибели его отца. Рамзан – человек только войны. И каждый знает в Чечне, Рамзан славен жестокостью, наглостью и сильной тягой к бюджетным деньгам. 7 октября 2006 года, в день рождения Путина, Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве. За это преступление осуждены 5 человек, в том числе выходцы из Чечни. Но следствие формально продолжается. Заказчик не установлен. Сегодня о Рамзане Кадырове чаще пишут не как о хозяйственнике и политическом лидере, а о пациенте ЦКБ Москвы. «Новая газета Европа» написала, что в Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Рамзану Кадырову и его окружению каждый раз приходится доказывать, что глава региона в прекрасной физической форме. С подробностями Илья Кузин. Рамзан Кадыров – сильный, могучий и здоровый. Во всяком случае, на этом видео. Нам надо усилить борьбу, готовить добровольцев, усилить подготовку бойцов. И не только у нас, в Чеченской республике, и по всей Российской Федерации. А вот на этом, размещенном на официальном телеграм-канале чеченского лидера, Кадыров говорит медленно, тяжело и неразборчиво. В глаза бросается тот факт, что камера надолго не задерживается на Кадырове и почти постоянно пребывает в движении. 7 мая, в день инаугурации Путина, уже главная пропагандистка России Маргарита Симоньян пишет о здоровом румянце и каменном бицепсе Кадырова. Такие публикации стали появляться чаще после расследования «Новой газеты Европы» о неизлечимой болезни Кадырова. По данным издания, у чеченского падишаха панкреонекроз – заболевание, при котором буквально самоперевариваются ткани поджелудочной железы, что приводит к нарушению работы жизненно важных органов. Другими словами, Кадыров, возможно, неизлечимо болен, хоть и пытается казаться здоровее всех. Информация о тяжелой болезни Кадырова породила как слухи, так и обоснованные рассуждения о возможных преемниках. Самый узнаваемый кандидат на эту роль – Абти Алаутдинов. Будем делать все, что зависит от нас, для того, чтобы Россия была сильной, могучей и единой. До войны в Украине он сделал карьеру в силовых ведомствах Чечни. Прошел путь до начальника управления по борьбе с организованной преступностью и замминистра внутренних дел республики. По сведениям разных источников, Алаутдинов замешан в расстреле 30 граждан на территории полка ППС полиции имени Кадырова в 2017 году. Кто такой Абти Алаутдинов? Я бы на этот вопрос ответил-то в первую очередь простой, обычный чеченский парень. Также принимал участие в избиении родственников оппозиционеров и угрожал критикам Кадырова за границей и внутри республики. С 2022 года командир добровольческого формирования «Ахмат», а с апреля этого года заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, Алаутдинов является частым гостем российских пропагандистских каналов. Слепы, наверное, слеп народ Украины, который до сих пор молчит и дает возможность таким образом уничтожить все свое мужское население, потому что блок НАТО будет воевать до последнего украинца. Там он появляется даже чаще, чем сам Кадыров. Если же говорить о личности Абти Алаутдинова, то это персонаж биографии. Персонаж биографии, в частности, связанный с фабрикацией уголовных дел по наркотикам против разных оппонентов
чеченской власти. В качестве преемников Кадырова также звучало имя его сына, 16-летнего Адама Кадырова, 27-летнего Хамзата Кадырова, сына погибшего в 2004 году брата Рамзана Кадырова Зелимхана, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. 16-летний Адам Кадыров прежде всего прославился после видео с избиением Никиты Журавеля, который сжег Коран. У юноши серьезная конкуренция. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов имеет огромное влияние внутри республики. Не дай Всевышний Аллах, хоть один парень у меня хоть царапину получит, клянусь Всевышним Аллахом, будь что будет, но это, как говорится, не шутка. А депутат Госдумы от Чечни Делимханов влияние за рубежом, в том числе наводит страх на живущих за границей чеченских оппозиционеров. Но какие бы ни были личности кандидатов, решение о назначении главы Чечни за Путиным. Взять какого-нибудь щенка, который имеет два класса образования, у которого проблема с восприятием мира, который имеет какие-то неустойчивое психологическое какое-то воспитание или потребности в каком-то наставники сильным, ну, который, скажем так, не сформировавшаяся личность, и потом будет лепить из него то, что им нужно, то же самое, что они, в принципе, вылепили из Рамзана Кадырова. Возможная смерть или уход от власти Рамзана Кадырова отнюдь не гарантирует изменений в политическом климате Чечни. Также не факт, что после смерти Кадырова тут же начнутся клановые разборки. Это может случиться только, если будет выгодно кремлевской власти. В свою очередь, чеченские оппозиционные силы тоже вряд ли воспользуются уходом Кадырова, убежден премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. У нас есть очень мощное, сильное подполье в Чечне. Но мы ни в коем случае в связи с существующими возможными изменениями формата или личности, мы не собираемся проводить какие-то акции, направленные на то, чтобы перехватывать власть или что-то. Потому что мы понимаем, до тех пор, пока сохраняется нынешний режим и нынешняя ситуация в России, ничего не изменится. Мы снова можем подвергнуть наш народ жесточайшим репрессиям и убийству. С ними не согласен правозащитник Александр Черкасов. Он уверен, что после Кадырова отношение Грозного с Москвой изменится. Персоналистские режимы, они редко переживают своего лидера. Они под него заточены. Они под него выстроены. Рамзан последовательно и талантливо уничтожал все возможные альтернативы себе, чтобы в Москве было больше не на кого поставить. Хоть и Рамзан Кадыров, по крайней мере, публично пытается казаться здоровым, у него прогрессирующее заболевание, которое с высокой вероятностью может привести к смерти. В этой связи важно вспомнить об обычае кровной мести в Чечне. Пока что исполнение этого обычая сдерживает кадыровская власть. Вот в Чечне местение с активным участием кадыровцев. Очень тяжело не примириться, когда тебе в дом приходит твой кровник и еще человек 200 вооруженных. Этих примирений были сотни, но они не имеют никакой правовой силы с точки зрения адата, права чеченского обычая. И что случится, если эти счета будут объявлены? Вот я бы предпочел этого не видеть. В связи с болезнью Кадырова кремлевская власть оказалась перед непростой задачей, от решения которой зависит внутриполитическая стабильность России. Со мной на связи Тумсо Абдрахманов, последовательный критик Рамзана Кадырова, оппозиционный политик и блогер. Тумсо, здравствуйте. Здравствуйте. Извините за банальный уже вопрос. Что со здоровьем Кадырова? Диагноз поставить не смогу. Но очевидно, что человек болен. Здесь не нужно иметь какое-то медицинское образование, чтобы понять, что он чувствует себя очень плохо. Да, временами у него наступают какие-то кризисы, и мы видим, что он прям очень плохо выглядит, очень плохо разговаривает. Временами он даже не может разговаривать, не может показаться, хотя происходят очень судьбоносные события в России, как, например, поход Пригожина на Москву. Кадыров просто его проигнорировал. Он ни разу не выступил, ничего. Даже какое-то голосовое сообщение от себя не опубликовал, были только какие-то текстовые сообщения, и очевидно, что их писал, конечно же, не он. И где-то бывает, что врачам, видимо, удается как-то стабилизировать, улучшить его состояние, как, например, мы видели его на инаугурации Путина несколько дней назад.
Понятно, что это некий кризис, он преодолел, и сейчас он чувствует себя получше, чем несколько недель назад. Но очевидно, что это болезнь, которая присутствует, и это не та ситуация, когда человек вылечился. То есть это именно некое улучшение временное, но потом после этого опять происходит обострение, человек начинает снова плохо разговаривать, выглядеть. И я доверяю той информации, которая была опубликована в «Новой газете», я имею в виду про диагноз. Я не силен в этом диагнозе, я не знаю, как это все выражается на человеке, но я доверяю, что, наверное, с ним именно эта болезнь. Тумсо, скажите, вот ваше отношение к генерал-майору Абти Алаутдинову, получившему звезду Героя России в украинских окопах? Он же замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Это реальный кандидат в руководители Чечни? Я думаю, да. И, конечно, его рассматривают очень серьезно. И его звезда сейчас вообще сильно взошла на политической арене России. И очевидно, что раскручивают эту звезду явно не прокадыровские башни, не те башни Кремля, которые поддерживают Кадырова, это очевидно. Даже это можно было понять по инаугурации Путина, где присутствовал и Абти Алаутдинов, и Кадыров вместе с делегацией. И Абти Алаутдинов там был не с делегацией Кадырова. Он даже не стоял в этой общей команде кадыровской. Мы видели много видеозаписей, которые были опубликованы Кадыровым, Делимхановым, какими-то там депутатами и прочими людьми, находившимися на этой инаугурации. И видно, что они все вместе сгруппировались, стоят в одной какой-то точке, все записи делаются оттуда, они все снимают друг друга, Рамзана Кадырова, кричат «Ахмад Сила». А Абти Алаутдинов, он вообще, его с ними нет. Один ролик был опубликован самим Абти Алаутдиновым, и из этого ролика было понятно, что они даже приехали туда не вместе. То есть на инаугурацию президента Алаутдинов был приглашен вообще отдельно, не с делегацией Кадырова. Соответственно, совершенно другими людьми, скорее всего, может быть, по линии Министерства обороны, где он сейчас работает. Хотя его форма, в которой он присутствовал, она... Насколько мне, я, по крайней мере, в этом разбираюсь, в российской этой системе, по-моему, она была не форма армии, а форма Министерства внутренних дел. Тумсо, скажите, вот такой вопрос. А Кадыров мощно двигает своих сыновей и дочерей во власть. Как это воспринимают в Чечне, учитывая, что они совсем молодые люди и без профессионального опыта? Я думаю, это Кадыров хотел бы видеть там, своими преемниками своих детей. И время у него поджимает. Его сыновья, они слишком малы, и возможно, здесь он пытается как-то там, может быть, на свою старшую дочь попытаться из нее взрастить своего преемника. Есть у него там также племянник. Как на это смотрят люди? Люди, в принципе, на это смотрят плохо, негативно. Для нас это не свойственно. Вот эти вот династии, такие передачи власти от отца к сыну. Это мы никогда так не жили, и поэтому для нас это вещь, которая отторгается обществом. Но понятно, что Кадыров наверняка хотел бы видеть такой сценарий, и я уверен, что у него тоже есть в Кремле там свои башни, которые этот сценарий пытаются продвинуть для Путина. Скажите, традиции кровной мести – это в Чечне работают или это уже давно ушло в прошлое? И каков срок давности этой кровной мести? Конечно, работает. Это не ушло в прошлое и вряд ли это когда-либо уйдет. Просто сейчас со стороны Кадырова оказывается очень серьезное давление на людей, на которых лежит кровная месть. То есть кто-то был убит там из их семьи, и они должны за это отомстить. И несколько лет назад была целая акция, когда там были подключены духовенство, различные чиновники. Они назвали это комиссией по урегулированию кровной мести и заставили, по сути, людей формально типа простить, урегулировать эту тему. Но это все снова возобновится, когда это кадыровское наместничество там пойдет.
Тумсо, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был оппозиционный лидер Тумсо Абдрахманов.